с вами зашла речь и о вашем предстоящем саммите с Байденом, поэтому не могу не задать вопросы про это. Вы уже сказали, что не ждете прорывов от этой встречи. Но что было бы для вас минимальным, скажем так, положительным результатом? Ну, вы знаете, мне кажется, что восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, такие есть. И американская сторона тоже об этом же говорит. Я в целом с ними согласен, о том, что действительно ряд вопросов представляют взаимные интересы. Стабильность, стратегическая стабильность, там, региональные конфликты, забота о экологии в целом, в глобальном смысле. То есть есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать. Кстати говоря, и в области экономики тоже взаимная заинтересованность есть. Многие компании американские хотят работать у нас. Их за уши вытаскивают с нашего рынка. Они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономики? В общем, есть о чем говорить. И такие общие темы есть. Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром. А вот из этих тем ключевой, какой, с какого бы тогда нужно, может быть, в первую очередь начать, на ваш взгляд? Ну, я не знаю, они все важны. Вот новая администрация во главе с президентом Байденом, они в качестве первого шага продлили договор о СНВ-3. Я думаю, что это очень важный шаг. И в общем и целом, конечно, это со стороны президента Байдена, это проявление профессионализма, безусловно, потому что это сделано не с кондачка, это сделано на основе профессионального анализа ситуации в мире и в наших взаимоотношениях, в наших потенциалах. Это решение профессиональное. Вот мне кажется, что вот этот вопрос, вопрос региональных конфликтов, Сирия, Ливия прежде всего, вопросы, связанные с природоохранной деятельностью, вопросы глобального характера. Ну вот как минимум вот эти три позиции. Есть и другие, я о них только что упомянул. И невозможно не заметить, что в последние недели и дни перед саммитом Вашингтон сейчас намного меньше делает таких вот резких и безапелляционных заявлений. И даже вот эта вот недавняя история с кибератаками на трубопроводы, мясокомбинаты, вот еще, наверное, какое-то время назад сразу бы обвинили государство российское, может быть, даже лично вас бы обвинили, как это вот многократно ранее слышали. Сейчас все-таки речь идет о детальном расследовании. Но вот вы многократно призывали США к тому, чтобы наладить взаимодействие в сфере именно киберугроз. Вот если представить, что договорились, подписали, и действительно произошла какая-то новая кибератака, и действительно следы ведут к гражданину России, который где-то там в провинциальном городочке сидит за компьютером и вот делает свои не очень такие вот хорошие дела, что называется. Россия готова будет со своей стороны найти и наказать виновных? Это зависит от того, о чем мы договоримся. Все эти договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах. И там в этих документах, в соглашениях, в договорах стороны берут на себя определенные обязательства. И они, в подавляющем большинстве случаев, они равнозначны. Обе стороны берут на себя одинаковые обязательства. Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия, разумеется, тогда пойдет на это, и мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты, согласятся с тем же самым и будут выдавать преступников соответствующих Российской Федерации. Но вопрос с кибербезопасностью является одним из самых важных на сегодняшний день, потому что всякие отключения там, целых систем, они ведут к очень тяжелым последствиям. А это, оказывается, возможно. То, что меньше всяких обвинений, это, ну, естественно, потому что, ну, во-первых, мы не имеем и не имели к этому никогда никакого отношения, а во-вторых, ну, в преддверии встреч на высшем уровне всегда стараются обе стороны снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного. Я бы здесь не обольщался ничем. Но это то, что я бы сказал, так, профессиональный подход. Значит, мы со своей стороны тоже это делаем, хотя мы и прежде старались вести себя достаточно сдержанно. Мы ведь ни одного шага не совершили ни в одной из тех областей, которые мы сейчас обсуждали, которые бы усугубляли положение. Вот мы говорили там о вопросах безопасности, о этих красных линиях, о возможном размещении всяких там боевых систем ракетных, ударных и так далее. Вот я же говорил про Польшу и Румынию. Там уже разворачиваются системы ПРО, и можно поставить им ударные комплексы. Но мы-то с Кубы убрали нашу военную базу. Мы же этого не делаем. А наши партнеры, к сожалению,
занимаются именно этим. Но я очень рассчитываю на то, надеюсь на то, что вот эта личная встреча, повторяю еще раз, хотя бы создаст условия для того, чтобы мы могли обсуждать проблемы подобного рода. Но что касается расширения НАТО, приближения инфраструктуры НАТО к российским границам, чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян, России, две волны расширения НАТО на восток. Тогда, когда не было Крыма, не было никаких событий после госпереворота на Украине, отношения между Россией и коллективным Западом были ровными, вполне приемлемыми, если не сказать партнерскими в прямом, хорошем смысле этого слова. Тем не менее, все наши так называемые озабоченности просто были проигнорированы. Просто наплевали наши интересы, и все. Повторяю, в условиях очень хороших отношений в целом. О чем это говорит? О том, что их геополитические интересы они ставят выше интересов других людей. Вне зависимости даже от характера отношений с этими странами. Вот только что еще более или менее разобрались с «Северным потоком-2». А ведь все, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейских стран и Федеративной Республики. Делали Штаты, потому что им так выгодно. Но здесь уже бессмысленно дальше было сопротивляться и вводить санкции, потому что мы его достроили. Первая нитка готова. Но вроде как отказались от этих санкций. Но идут так и таким темпом и туда, куда считают нужным. Смотрите, мы говорим о каких-то красных линиях. Польша, Румыния стали членами НАТО. Американцы легко договорились с ними о размещении там систем противоракетной обороны. Но пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов. 15 минут подлетное время до Москвы. Мы представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, не знаю, Днепропетровской, до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет? Если взять то, что являлось бы опасным и неприемлемым для Штатов, размещение наших ракет на Кубе, подлетное время до Вашингтона, 15 минут. А для того, чтобы такое подлетное время сократилось до 7-10 минут, надо было разместить наши ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красная линия или нет? А для нас? Ну, кто-то вообще должен об этом подумать. Подумать о том, как мы должны реагировать на то, что, по сути, предлагается и обсуждается. Откуда мы это знаем? А может быть, просто они ему сказали, знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить, и не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов. Чего ты нам мешаешь, портишь нам обстановку перед саммитом? Помолчать не мог, что ли, несколько дней? А на самом деле, можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается. Во всяком случае, никто не говорит «нет». Есть формальные ограничения, но никаких гарантий вступления Украины в НАТО нет. И что они там между собой разговаривали, о чем они там разговаривали, о чем договорились, мы не знаем. А вот этот окрик из-за океана в сторону президента Украины, он, на мой взгляд, ничего не значит. И мы должны иметь это в виду. Ведь помимо того, что Зеленский заявляет о том, что в НАТО нужно немедленно, прямо вот такими словами, он еще и говорит о том, что якобы украинцы сами очень хотят в НАТО. Ну, это не так. Как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО. И это умные люди. Я говорю без всякой иронии. Не потому, что другие глупые, а потому, что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня. Они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом. Кроме всего прочего, эти люди, судя по всему, ощущают себя частью нашей общей цивилизации. И не хотят, чтобы одна часть этой цивилизации противостояла другой части цивилизации и при этом исполняла какой-то танец под чужую музыку. Умные люди.